По данным областного оперативного штаба по недопущению завоза и распространению коронавирусной инфекции на территории Магаданской области, за сутки выявили 46 лабораторно подтвержденных случаев. За весь период зафиксировали 4215 зараженных. С выздоровлением зафиксировано 2999 человек. Обследовали за все время 85819 человек. Роспотребнадзор информирует о том, что в Магаданской области работает горячая линия для граждан. Если вы вернулись из места, где зафиксированы случаи заражения COVID-19, необходимо сообщить ваши даты пребывания, возвращения и контактную информацию по телефону горячей линии 8-413-2-62-40-43 или 8-413-2-62-43-48. Горячая линия работает круглосуточно.